В городе Лабытнанги и поселке Харп приступили к защите проектов инициативного бюджетирования. Активные жители приходили со своими идеями в офис уютного Ямала, специалисты которых помогали с доработкой и оформлением необходимых документов. Теперь на общих собраниях лабытнанцы и харповчане должны принять решение, на реализацию каких именно идей можно выделить средства из бюджета. «Двор добрый к детям» – так называется один из представленных сегодня проектов. С его автором пообщалась Альмира Новоселова. Ржавые турники, заросшие качели, накренившиеся карусели. Игровому комплексу 51-го дома по улице Гиршгорна 14 лет. Маме двоих малышей Татьяне Виллисовой хочется, чтобы ее мальчишки гуляли у дома в безопасности. В закрытом дворе без сквозного проезда изначально для этого созданы условия, но парковочных мест недостаточно. Владельцы машин вынуждены оставлять автомобили на детской площадке. Ее и нужно сократить вдвое, при этом сделать более современной и функциональной. Это позволит создать дополнительные машиноместа. Так решили сами жильцы. Тут расположится там горка, такая небольшая конструкция для скалолазания, песочница новая, качель, интерактивный такой уголочек. Вот. А вторую часть проекта, которую мы заявляем уже на инициативное бюджетирование, это будет укладка резинового покрытия и установка ограждений. Это будет реализовано в следующем году. На общую задумку требуется порядка 2 700 000 рублей. Татьяна верит в свои силы, так как успешный опыт участия в конкурсе уже имеется. В августе во дворе появится новый игровой комплекс за счет гранта, который соседи выиграли этой весной в конкурсе «Лабытнанги. Город добрых дел». Но это лишь половина денег. Чтобы воплотить все задуманное, Татьяна презентует сегодня свой проект. В сентябре начнется голосование, будет на ресурсе «Живем на севере» электронное. И 17, 18, 19 числа будет очное голосование на счетных участках, рейтинговое. И ну, по факту те проекты, которые наберут максимальное количество голосов, они, собственно, пойдут на финансирование на 2022 год. И на этом активные соседи останавливаться не собираются. Совершенствовать свой двор планируют и дальше. Их примеру могут последовать все жители, обсуждая идеи и действуя сообща. Альмира Новоселова, Евгений Садыков, программа «Время местное».